Zalman CNPS 10X Optima 2 Black RGB. Стильный и мощный процессорный кулер. Устройство поставляется в фирменной упаковке с демпферной прокладкой, которая защищает товар от повреждений. В комплект входит довольно много деталей. Среди них универсальная усилительная пластина, разветвитель питания вентилятора с одного четырехконтактного разъема на два разъема по 4 и по 3 контакта, крепежные лапы для сокетов AMD и Intel, пластиковые стопоры под разные сокеты, пакет с термопастой, отвертка и винты для монтажа. Кулер получил монолитный дизайн с пластиковыми накладками из матового пластика черного цвета и встроенными в его корпус RGB-диодами. Кулер крепится к накладке с помощью винтовой фиксации, но с обратной стороны радиатора таких креплений нет, поэтому второй вентилятор установить не получится. У радиатора 56 ребер пронизаны 4 тепловыми трубками, а основание выполнено по технологии прямого контакта. Крыльчатка 120-мм кулера состоит из 9 крупных и 9 маленьких лопастей, которые отходят от центральной части ротора. Такая конструкция должна улучшать воздушный поток в районе подшипника, который здесь гидравлический. Вентилятор управляется при помощи шимы в диапазоне скоростей от 900 до 1500 оборотов в минуту при шумовых характеристиках от 39 до 53 дБ соответственно. Что касается подключения, длина 4-контактного шнура питания черного цвета составляет 200 мм. При этом подсветка верхней накладки имеет собственный 3-контактный кабель питания длиной в 100 мм. Что в итоге? Zalman CNPS10X Optima 2 получил стильную подсветку и интересный дизайн, а также оснащен производительным и тихим вентилятором, который обеспечивает эффективный теплоотвод. Но есть и обратная сторона медали. Пластиковый обвес существенно увеличил габариты и вес кулера.